Так звучит джаз далекой-далекой галактики. Это одна из музыкальных тем «Звездных войн», вторая по узнаваемости после «Имперского марша». 19 студентов, 3 преподавателя, 1 дирижер и 19 композиций. Все для благодарной публики. В репертуаре оркестра популярные произведения. Старшее поколение могло узнать «Волшебника-недоучку». Любители научной фантастики отбивали ритм под песенку о морском дьяволе. А ритм оркестру за дирижерским пультом задавал Максим Доренков. Максим и как бывший студент, и как педагог в настоящем знает, что нужно сделать, чтобы никто ни с кем даром не мучился и никто время даром не тратил. Чтобы они были друзья и коллеги, соратники. То есть ученик видел в учителе своем друга, на которого он может положиться, которому он может довериться. Пока музыканты ждут своего выхода на сцену, разыгрываются в коридоре. Семен Леонтьев – студент Альметьевского мус-колледжа. На концерте Семен солирует в композиции «Веро», как говорит музыкант, в сценическом бестселлере для аккордеона. Это, наверное, как возвращение. Сейчас же одеваются как 80-х, а в 80-х тоже популярный был джаз. Такие, как у наших родителей, наверное, возвращаем. Что любили наши родители, начинаем любить и мы. И только интервью закончилось, Семен поспешил на сцену. Объявили его выход. Тем временем руководитель оркестра скинул дирижерский фраг, уступил место за пультом своему студенту. А перед финальным произведением в зал кинули клич. Кто хочет танцевать, добро пожаловать на сцену. Неробкого десятка оказалась Венера Хабирова. На вопрос, почему она единственная вышла на сцену, ответ у нее однозначный. Мне очень понравились все музыканты. Спасибо им большое. Я очень рада, я очень люблю музыку. Я очень такой позитивный человек. Музыка для меня – это все. Это жизнь. Этот концерт, как и последующий, прошел в рамках проекта «Татнефть Мьюзик Арт». Коллективы города будут собираться в концертном зале общественного центра «Альмет» раз в месяц. Новый месяц – новый коллектив. Организаторы задумали его не только как развлекательный, но и образовательный. Поэтому наши концерты носят просветительский характер. Мы рассказываем на концертах о произведениях, о композиторах, об истории создания этих произведений. Знакомим с разными музыкальными коллективами. Проводили артистов криками «Браво!» и просьбами сыграть на бис. Отличное. Все понравилось. Вообще все супер. Отличное, да. Здорово. Вам больше бы таких контентов. Талантливые ребята. Удовольствие полностью. Организаторы слышат свою публику. Концертов станет больше после летних каникул.